тут. А вот в зоне АТО, там, где, например, мы набрали на себя обязательство не отвечать на выстрелы, еще на что-то, а вот частные компании могут работать. Что такое ЛНР, ДНР? Скажите, это ведь, по сути, ЧВК России, которые ведут агрессивную деятельность. И когда Россия предъявляет претензии, они сообщают, что это шахтеры, которые выкопали оружие в шахтах. Правильно? Почему мы не можем защищать свою Украину всеми доступными средствами, в том числе говоря о том, что у нас есть Минские соглашения? Ну, это значит, что можно назвати так звані ЛНР, ДНР, ЧВК. ЧВК діють трохи в інший спосіб. Це організації вже розголошені. Де-факто это ЧВК, как и ЧВК Вагнера, которые работают за пределами документа Монтрео, за пределами международной системы безопасности. Они работают как часть агрессивного блока, там, агрессивных войск Российской Федерации. Я привожу пример. У врага есть это оружие. Почему у нас нет оружия защиты?